Рася Ермоловы, Валерий Александр, Василий Виктор. Передовики Кировского района столицы, шофера первого класса, они досрочно выполнили взятые в честь съезда обязательства. Четко по графику доставлять продукты москвичам, экономить бензин, добиться высокой производительности труда. Вместе на одной автобазе работают братья. Вместе вступают в партию. День открытия 24-го съезда КПСС для братьев Ермоловых особенно памятен. Утром 30 марта им были вручены партийные билеты. Молодые коммунисты стали в передовые ряды борцов за претворение в жизнь планов партии.